Помогите! Пусть кто-нибудь поможет мне! Алика? Алика? Шахзаде Байзет? Почему вы тут? Мы пришли, чтобы помочь народу. Все ли с тобой хорошо? Вы пострадали? Со мной все хорошо. Бинемага. Его положение плохо. Мы разрушили наше заведение, дабы огонь не распространился, но он остался под обломками. Ибрагим. Как Атике? Ей помогли. Она спит. Огонь напугал каждого. Положение плохо. Я только что был у врат. Бастаджи помогали. Все жилища вокруг дворца рушат. Что за дело такое? Понять не могу. Одна беда заканчивается, а другой берет свое начало. Мы лишены покоя. Этот огонь — знак. Всевышний говорит нам, что власть менится. Ты что говоришь, Касым? Ничего. Я ничего не говорю. Мы увидим, что ждет нас в будущем. Проживем все. Вот что я говорю. Вслед за братом-повелителем ушел Байзет, дабы помешать пламени. Он всю жизнь любил геройствовать. Думает, что в подобные моменты будет бросать себя в опасность, завоевывая любовь народа. Он ни одной возможности не упускает. Ах, Шахзаде, да будет Аллах доволен вами. Что бы я делал без вас, а? Я бы умер, стал бы кормом для ворон. Аллах. Хорошо, хорошо. Аллах мой. Вы обожгли руку. Позвольте перевязать. Неважно. Шахзаде. Я везде вас искал. Слава Всевышнему, вы в здравии. Ваша валидея беспокоится о вас. Почему вы покинули дворец? Ты не видишь, какое положение Синан-паша? Не мог же сидеть, сложа руки. Вопреки всему, вы прежде всего должны думать о себе, Шахзаде. Кроме того, не делайте ничего без ведома правителя. Ты будешь указывать мне, что делать? Не смею. Моя обязанность — предупреждать вас о последствиях. Так скажи, что тебя валиде отправила. Паша. Паша.
Я прекрасно все понимаю. Я ей сказал, ну и ты услышь. Я верен своему брату-правителю. И ничто этого не изменит. Неужели мне было суждено увидеть и это? Словно сожгли не столицу, а мое сердце. Испепелили мою душу. Смотри, Хаджа, это пожар всей эпохи. Да убережет Всевышний вас и повелителя, султанша. Этот огонь погаснет. А вы, как и всегда, возродитесь из своего пепла, султанша. Не знаю, сколько мне лет осталось жить в этом смертном мире. Но пока дышу я, ни одна душа и ни одно владение не останется без опеки. Пусть эти предатели нападают хоть огнем, хоть пушками, хоть ружьями. Я отниму душу у того, кто причинит мне боль. Аллах, что за ночь трудная была? Никак не могла окончиться. Будем молиться, чтобы она на самом деле закончилась. Неизвестно, что может следовать после подобных бедствий. Что еще может быть? Тысячи людей остались без крова. Народ и так ищет повод для бунта. Не время и не место это обсуждать. Вернитесь в свои покои. Повелитель скоро прибудет. А я навещу Атике. Она спит, султанша. Если пожелаете, придете позже. В один миг мое имение оказалось в огне. Пытались потушить огонь, но бессмысленно. Словно огня не хватало. Так я осталась среди обломков. Если бы не Силахтар Ага, я была бы мертва. Да будет все позади, Эстер. Славно, что Силахтар Ага поспешил к тебе на помощь. И наш правитель там был. Они со всей душой поспешили на помощь каждому. Это был ад. Все было в огне, невозможно было что-то разглядеть. Крики женщин и детей до сих пор стоят у меня в ушах. Это было ужасно, султанша. Славно, что кошмар окончен и пламя погасло. Верно, все раны за один день не исцелить. Мы сделаем все, что у нас в руках. Разузнайте о каждом, у кого сгорел дом, и тех, кто потерял близких людей. Если понадобится, мы воссоздадим столицу вновь. А ты пока будешь проживать здесь. Это большая честь, султанша. Я благодарна за то, что вы для меня делаете. Подготовить покой, Эстер Хатун. Если есть недостатки, дополните все. Султанша.
Пламя не достигло дворца. Но боль и слезы народа дойдут, Зейнель. Они пройдут, словно ливни. Пока я отсутствовала, кто-то зашел в мои покои и воспользовался моей печатью. Пусть немедленно скажет тот, кто это сделал. Я этого не делала, султанша, совершенно не имея сведений. Кроме того, кто смеет, Валиде Султан? Я не трогала. Никто не мог тронуть. Я и понятия не имею, как это случилось. Как это не знаете? Разве кроме вас кто-то сюда входит? Подумайте хорошенько. Даже если это сделали не вы, то точно имеете сведения. Этому нет прощения. Пусть скажет тот, кто это сделал, иначе получите наказание все. Хаджага, лиши их свободы. Допроси. Пока не расскажут все, и воды им не давай. Султанша? Ну а ты, Лализар? Я предупреждала тебя в самом начале. Говорила, что ты в ответе за мои покои. Так ты меня оберегаешь. Тот, кто сегодня забрал мою печать, завтра может забрать и жизнь мою. Султанша, о чем вы? Побереги Аллах. Тот, кто это сделал, посчитал шансом ваше отсутствие. Пока вы во дворце или пребываете во сне, о подобном и речи быть не может. Верно, и без вас невозможно, но... В тот день... Что? Не хочу никого обвинять, султанша. Я не думаю, что это возможно, но... Рассказывай как есть. В тот день, когда вы отправились в свой фонд, султанша пришла проведать вас. Гюльбахар? Айша Султан. Я оставила запись о плате наложниц в ваших покоях. Когда я пожаловала, чтобы их взять, она была тут. Атике, наконец-то ты очнулась. Не вставай. Пожар? Что случилось? Огонь был потушен, не волнуйся. Все хорошо. Все, кроме тебя. Что ты натворила? Как ты могла пожертвовать собой? Радует, что никому ничего не известно. Мне очень плохо, Фарья. Совсем не знаю, что делать. Я хочу смерти. Что с тобой, Атике? Кто так сильно тебя ранил? Селахтар? Эстер пожаловала. Она сказала, если желаешь знать, кого любит Селахтар, отправься в мраморный дворец. Сначала я ей не поверила, подумала, что она лжет. Но после я не могла успокоиться и вышла в путь. Уж лучше бы я не пошла, Фарья. Гиверхан, женщина, что в сердце Селахтара, моя сестра. Значит, ты узнала. Как это? Тебе было известно? Я узнала по случайности. Я очень желала рассказать тебе, но как можно такое рассказать? Я не хотела, чтобы ты печалилась еще больше.
Столько времени, смотря мне в глаза, они лгали, Фарья. Словно подшучивая. Аллах мой, провалилась бы я под землю. Как могла Гиверхан сделать мне подобное, Фарья? Я поверила ей, открыла свое сердце. Но она... Это трудно. Знаю, это трудно. Но такова истина. Отпусти уже Силахтара. Забудь его. Пусть сам понесет свое наказание. Отступись. Отступись уже, Атике. Нет. Все не так легко. Они расплатятся за боль, что я пережила. Не знаю, как она поняла это, но Кёсэм стало известно, что мы взяли копию ее печати. Она допросила каждого, кто входил в ее покои. Если Аиша расскажет, то Кёсэм не оставит меня в живых. Если Аиша Султан расскажет, то и о своем грехе будет вынуждена рассказать. Верно. Но если она будет вынуждать, Аиша испугается. А испугавшись, будем молиться, чтобы Айша и рта не раскрыла. Нам нужно продумать все возможные выходы, девочки мои. И если Кёсэм узнает, что за этим делом стою я, то тогда вы сделаете нужное. Обрушите дворец на их головы. Валиде? Есть сведения о правителе? Он до сих пор не пожаловал во дворец. Слава Всевышнему, огонь был потушен. Я получила сведения, что мой лев в здравии. До его прихода я сама решила спросить у тебя об этом. Простите, но я не поняла вас. О чем спросить? В прошлый день, когда я отправилась в фонд, ты пожаловала в мои покои. Я не знала, что вы отлучились. Ханзаде хотела вас увидеть, а я решила навестить вас. Пока я вас ждала, пришла Лализар Калфа. После того, как она дала вещь, что вы отправились в фонд, мы вернулись. А что случилось, Валиде? Почему вы спросили? Аише, кто-то сделал слепок моей печати. Отправил письмо политическим деятелям, что верны династии и государству. Собрал их у причала в корабле, а после заживо сжег. Так и начался пожар. А после пламя распространилось в столицу. Пострадало много невинных людей. Аллах мой!
Кто и для чего мог это сделать? Я не думаю, что ты имеешь отношение к подобной низости. Но строго сделано в виду. Это предательство. Бунт, который был поднят против престола султана Мурата. То есть против отца твоих детей. Если имеешь сведения касаемо этого дела, скажи, дабы я знала. Султан Мурат! Султан Мурат! Султан Мурат! Пустите, позвольте пройти. Я потеряла все, что имела. Потеряла всех, кого любила. Мой муж, дочь, сын, все умерли. Все, что имела, у меня сгорело, стало пеплом. После твоего восшествия на престол народ не видел и дня единого с благом. Бунты и смерти не имеют конца. Ты не смог уберечь нас. Не смог уберечь. Можно ли назвать падишахом того, кто не может утолить боль и страдания народа? Нет! Лучше бы не ты, а наш шеф Заде был бы на престоле. Ты не смог уберечь нас. Не смог уберечь. Ты не заслуживаешь сидеть на этом троне. Не заслуживаешь. Не заслуживаешь. Не заслуживаешь. Не заслуживаешь.